Здравствуйте, дорогие наши друзья! Подписывайтесь на наш канал, делитесь нашим видео, ставьте лайки и оставляйте несколько комментариев. Что? А, это я в конце должен был сказать? Ну, теперь вы все знаете, поэтому мы начинаем. Друзья, вот знаете, как моя теща постоянно говорит своей дочке? Она говорит так: корми своего мужа хорошо, иначе с него начнут спадать трусы. И в основном не дома. Дорогая, я пьянею от твоего дыхания. Спасибо. Что спасибо? Харе бухать! Пап, да, сын, я тут на свиданку собрался. Ну, хорошо. Ну, а не можешь ты одолжить нам с моей подружкой свой автомобиль? Бери, только бензина там нет, так что заливай и езжай. Да нам и не надо. Здравствуйте, Семен Маркович. Стоп, Фима, давайте договоримся сразу. Если вам от меня ничего не надо, то мне для вас ничего не жалко. То как? У Исаака Львовича Гальперина очень давно не звонил домашний телефон. И вдруг звонок. Исаак Львович подбегает к телефону, берет трубку, говорит: да, слушаю. На том конце провода: алло, здравствуйте, это Иван Иванович Иванов? Исаак Львович говорит: ой, вы просто даже не представляете, насколько вы не туда попали. Алло, Галка, чем занимаешься? Ем торт. Дура, тебе ж нельзя сладкого. Сам дурак, я его посолила. Друзья, скоро лето, так что смотрим за своими фигурами. Поэтому предлагаю перед каждым приемом пищи отжимаемся от пола 30 раз. Руки так дрожат, что ко рту ничего не поднесешь. Вот и похудели. Слушай, Коля, ты так похудел? Что ж ты хочешь? Ты же видишь, как бензин подорожал. Че, пешком ходишь? Ага, сейчас, голодным езжу. Друзья, я изрядно пожил на этом белом свете. И вот что я могу сказать. Когда плохо без девочек, это хорошо. А вот когда без девочек хорошо, это уже плохо. Мужики, запомните, если вас ваша теща стала называть сынок, это значит, что уже весна и на огороде полно работы. Не ведитесь. Встретился с одним соседом, мужиком. Он поет все песни, как он их помнит, и голубые гитары, и веселые ребята, ну все. Я говорю: как тебе это удается? Он говорит: что ты знаешь? Говорит: были времена, когда диджакеям в селе не знать песни, это опасно для жизни. Друзья, у кого есть проблемы, обращайтесь. За небольшую символическую плату готов выслушать любое ваше мнение и охотно с ним соглашусь, да. Апчхи! Будь здоров. Апчхи! Ты что, меня с первого раза не понял, тварь, бля? Ой, а что это у вас на шее, целичка? Это изумруд. Изумруд? Да, это такой камень, он меня оберегает. А вас, Фира, какой камень оберегает? Какой? Какой подниму, такой и оберегает.
Прикинь, Валерчик, пошел сдавать тест на наркотики. И что ты думаешь? Тест оказался отрицательным. Придется с дилером поговорить. Галя, ты всю ночь во сне меня обзывала. Я не спала. Моша вышел на пляж. И вдруг здесь, на пляжу, Моша увидел женщину своей мечты. И весь пляж увидел, что Моша ее увидел. Жена, ты изменяла? Коля, ну что ты такое говоришь? Да с кем я могла? Я спрашиваю, да ты изменяла? Ну, было разок с соседом. Дура, я спрашиваю, ты пароль вход в интернет изменяла? Стоп. С каким соседом? А вы заметили, что после того, как Папа Римский исключил мастурбацию из списка грехов, руку ему меньше целуют? Колян, а чё ты не женишься, а? Понимаешь, в отношениях с женщинами я придерживаюсь принципа. 7 раз отмерь и скажи, что не подошло, всё. Фима, ты слышал? За что? Ну как за что? Египтяне празднуют нашу Пасху. Что вы такое говорите? Как они могут праздновать еврейскую Пасху? Это же Пасха, она в честь того, что евреи ушли из Египта. Во, поэтому они и празднуют. А помните, когда-то на Вайбер вам прислали письмо счастья, а вы его не переслали 10 друзьям? Ну вот вам и пожалуйста, а вы что хотели? Я смотрю, у нас много появилось ребят качков, потому что правильно, правильно, самый лучший сплав – это железные мышцы и чугунная голова. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Все, что вам нужно сделать, я уже сказал в начале. Единственное, меня здесь поправили. Про колокольчик забыл. Нажимайте на колокольчик, тогда мы с вами будем видеться каждый день. Ну а пока, пока.